Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Набрали мы вот таких всяких опёночков. Вот таких. Сейчас будем их мариновать. Такие вот. Есть постарше. Есть помоложе. Вот такие вот. Сейчас будем отваривать их и замаринуем. Закипела вода. Сейчас вкинем свои грибочки. Ну вот, переложили мы наши грибочки в кастрюльку. Ждем закипания. Как закипят, появится пенка. Будем ее снимать. Варим 20 минут. Проварились наши грибочки 20 минут. Сейчас мы сольем эту воду. Промоем под проточной водой грибочки. И откинем их на дуршлаг. Затем поставим их по-новому варить, но уже в рассоле. Рассол готовим из... На 1 литр воды мы добавляем... Вот приправа, покажи. Так, перец душистый 5 штук горошком. Перец простой, кориандр... 5 гвоздичек и, ну, штучек 5 лавровых листиков на литр воды. И затем добавим еще 7 столовых ложек 9% уксуса в рассол. Сливаем воду и вот так промываем в дуршлаге. Грибочки наши. Каждую партию так помываем. Вот вода чистая бежит. Вот такая чистенькая. Налили литр воды. Будем готовить рассол. Засыпаем соль, сахар по 2 столовые ложки. И засыпаем тут семя горчицы, как я говорила уже, кориандр, перец горошком, перец душистый, 5 гвоздичек и лавровый лист. Все, ждем закипания. Ну вот, закипела наша водичка. И опускаем наши опятки в нее. Размешиваем. И варим 25-30 минут. Смотрим, помешиваем, чтобы нигде ничего у нас не подгорело. Кастрюлю желательно с толстым дном. Ждем закипания. Закрываем крышкой. И ждем повторного закипания. И вот добавила 7 столовых ложек 9% уксуса. Размешала. Сейчас они еще 5 минут покипят в этом уксусе. Будем раскладывать по баночкам. И закатываем. Накладывают постолько в баночках. Закрываем простерилизованными крышками. Это у нас закатка. И вот с ведерка опят у нас получилось 3 баночки маринованных грибочков. Ну а всем, кому понравилось наше видео про опят, маринование опят, подписывайтесь на наш канал,
делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока, до новых встреч. Всего вам самого-самого доброго. Ну, закутали мы их до полного остывания, а потом в холодное место перенесем.